Представляю вам Джиллиан Джеймс и ее новую книгу «Как выбрать мужа». Вы считаете, что можно выбрать мужа, как будто в магазине? Ну, когда вы покупаете машину, вы знаете, что вам нужно. Отлично выглядишь. Почему ты не в костюме? На меня никто не смотрит, только на тебя. Ты в берцах. Никто не смотрит на мои ноги. Поедем в Париж на юбилей свадьбы, как мы собирались. Это ты собирался. Я не смогу поехать, у меня столько дел. Если ты не можешь, то я съезжу один, ладно? Ты хочешь поехать в нашу поездку один? Поставь грустную песню под эти грустные глаза. У тебя отличное настроение. Ты не поверишь, что устроил Джастин. Я бы очень хотела побыть одна. Почему вы расстались с папой? Я знаю, что из-за другой женщины, но... Да, именно потому, что у твоего отца была любовница. Проблема не во мне, а в нем. Да нормально все будет. Вот ты нашла хорошего мужа. Пойдем с нами в парк. Мне надо писать новую книгу. Звучит отлично. Называется «Секрет счастливого брака». Прости, но никто не будет покупать книгу о том, как похудеть у человека с ожирением. Мне нужно узнать секрет счастья. Если ты хоть что-то кому-то скажешь, я буду все отрицать. Я решила завести щенка. Он очень милый, но с ним было сложно. Так что мы записались на уроки. И там меня научили воспитывать собак. Спасибо большое. И что, также можно воспитать мужа? Звучит глупо, да? Даже не глупо. Это полный бред. Мне срочно нужна книга о дрессировке щенка. Какого щенка? Пока не знаю. Смотри, какой он умный. Вы идеально подходите друг другу. Смотри, кого я нашел на улице. Чей это песик? Наш. Сходство в воспитании мужа и щенка? Иди сюда. Я в ловушке. Как воспитать мужа? Всегда держи его на коротком поводке, рядом с собой. Скоро на экранах.